Да, пошло видео. Так, выбираем место, где более-менее ровно или немножечко склон. Потому что если пойдет дождь, вообще вот для того, чтобы ставить палатку, чтобы вода не была вот таких вот ям, чтобы она там не скапливалась, и потом мы оказались в луже. Хотя здесь дно прорезиненное, но все равно берем палаточку, раскладываем здесь, ложим. Все нормально. Потом мы берем. Блин, не посмотрел инструкцию, как надо. А вот, еще один мешочек. Зашибись. Здесь. Я бы его собирали. Наверное, сначала дно надо делать, да? Да, потому что как? Сначала дно берем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть маленьких тоненьких колышков. Ну, берем четыре, потому что не надо нам все их. У нас они все есть. Все шесть. А берем только четыре, чтобы для показательства. По этим самым, по краям, по диагонали. Под углом сев. Вот так под углом ставлю. Вот так вот. Ну, ты знаешь, да? Вот так вот, чтобы она чуть-чуть натягивалась, сама палатка. Само дно. Давай свое, я потом. До середины хотя бы. Так. И эту бату. Отлично. Натянуто. Ну, еще, естественно, здесь по бокам. Потом берем эти самые стоечки наши и соединяем. Это среднее, это вниз, это вверх. И туда залазим. Блин, классно. Слушай, они, наверное, из снаружи, да? Да, вот они. Это снаружи, видишь? Как хорошо. Это странно, если бы там были колонны. Ну так в Советском Союзе, что это... Все продумано. Все по идее, да. Засунулась у тебя? Ну да. Норма, да? Так, теперь нам нужно вот так вот сделать. По колышку берем. Бери себе колышек. Давай я подержу, иди бери два колышка, один мне, один себе. А пошире? Да, которая побольше, алюминиевая. Давай один там вставляй себе. Смотри, чтобы она была вертикальная, палка. Угу. Норма? Чуть-чуть потом переставим. Надо себе. Ты ее, может, чуть-чуть переставь. Или может было вначале их нужно делать. Короче, хрен. Не, нормально все. Не надо, отлично. Хорошо. Потом еще должно быть у нас 6 штук их. И у нас их. 6 штук. Все правильно. Значит, по 2 берем, потому что все не будем ставить. То есть все колышки есть. Давай по диагонали. Вначале ты ту, я эту.
у меня выскочил колыш. Все, поправь он там вон, с той стороны. Выскочил что-то. Я его не до конца засунул. Вот, все, хорошо, не надо. Все отлично. Не засовываешь его, потому что это показательные вещи, а так то нужно до конца. Натянул ты? Да. Ну и вот. Одно окошко. Здесь это натягивается все, прорезиненное дно. Здесь у нас молния, которая закрывается. Давай. Короче, показываем. Прорезиненное дно. А ну-ка, закрой это молнию до конца. Отлично. Здесь кнопочки такие. Дрин-дрин-дрин. Закрываются. Трик-трик-трик по всему этому. Потом. Здесь это все натягивается аккуратненько, потому что это самое. Здесь у нас окошко с москитной сеточкой. Там оно изнутри можно поднять. Так, чуть-чуть опустить, сколько надо. Пятнышко. Вот такая палаточка. Мне кажется, супер. А внутри у нас... Что у нас делается внутри? Блин, одной рукой не могу. Опа! А там у нас уже банька. Двухместная. Вот так. Здесь, конечно же, ложим хотя бы одеяльце. Ну, еще под низ можно всяких веточек накидать. Здесь кармашек для зубной щетки, крючков и так далее. Ну и вот все. Здесь вот эти вот шнурочки. Всякие так можно поднять, опустить. Это окошко наше. Там отрегулировать эти. Трин-трин-трин. Можно снимать видео. Вот и еще. Такая вот палаточка. Супер.